Югорские музыканты спели сразу на нескольких языках. Группа «Хайтнут Эрык» из Ханты-Мансийска представила необычную песню, в которой совмещены этнические мотивы коренных народов Севера с популярной музыкой. Сейчас в планах у музыкантов записать альбом. 8 из 12 композиций на стихи национальных поэтов, в том числе Ювана Шесталова и Еремия Айпина, уже готовы. Создатели обещают смешание стилей и экзотичность. Музыканты соединили современные аранжировки и мелодии на традиционных инструментах коренных народов Севера. Кроме того, будут песни и на разных языках. Например, в одной из песен куплеты на русском, белорусском и армянском, а припев на хантыйском языке.